Шумиха вокруг надбавок чиновникам поднялась в конце года. Депутаты внесли в республиканский закон поправки о дополнительных выплатах госслужащим. В том числе за ученую степень и почетное звание, надбавку за правовую экспертизу. Прокурор вынес протест. Это противоречит федеральному законодательству. Мы должны исключить эти добавки в свете того, что именно на эти дополнительные выплаты идет начисление районного коэффициента, и они исчисляют доплату к пенсии государственных гражданских служащих. Считаем, что, безусловно, данный протест абсолютно обоснован. Протест поддержали. Ранее первый зампредседателя парламента Юрий Шпигальских прокомментировал журналистам, что в этой ситуации недосмотрели все – и правительство, и депутаты. Урок правительству, Верховному Совету, как не надо принимать поправки, не глядя. На сегодняшний день правительство республики внесло на рассмотрение Верховного Совета законопроект уже с учетом изменений. Рассмотрят его в феврале. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС.